Итак, с чего начинается наш бизнес? Наш бизнес начинается с нашего кабинета. Нас регистрируют в системе Atome на сайте, присваивают нам ID, и именно с нашего кабинета начинается наш бизнес. А за что платит компания? Компания платит за распространение информации, за рекламу, за привлечение новых клиентов и партнеров в данную компанию. То есть в чем заключается наша задача? Наша задача заключается в том, чтобы рассказывать людям, пользоваться классным продуктом. Продукция действительно классная. Когда вы начнете ей пользоваться, вы в этом убедитесь. Пользоваться классным продуктом, рассказывать людям. Мы в жизни часто что-то рекомендуем. Посмотрели классный фильм, пошли порекомендовали. Купили там вкусный тортик, пошли порекомендовали. Но нам, как правило, в жизни за это никто не платит, да? Здесь компания Atome, она использует очень современные методы, скажем так, продвижения своего бренда, она платит за рекомендации. То есть купили мы шампунь, он нам помог справиться с выпадением волос, с жирностью волос, еще с чем-то. Мы порекомендовали подружке этот шампунь, подружка говорит, я тоже хочу такой покупать. Мы ее регистрируем в интернет-магазине и говорим, это интернет-магазин, здесь мы точно так же можем покупать, как в любом другом интернет-магазине. Если ты хочешь, можешь быть обычным клиентом. Если хочешь, можешь точно так же потом со временем кому-то рекомендовать эту продукцию и зарабатывать на этом. Второму человеку, да, порекомендовали, там, не знаю, пропили Химахим. Он нам помог справиться с, там, я не знаю, с аллергией, как мне, допустим, с бронхиальной астмой, с какими-то кожными заболеваниями. Вы порекомендовали другому человеку, там, может быть, это родственник ваш, может быть, это вы в соцсетях кому-то рассказали, может быть, из круга своих знакомых вы рассказали коллеге по работе. Он говорит, я тоже хочу попробовать. То есть регистрируйте первого сюда, второго сюда. И так, за то, что мы рекомендуем продукцию, мы рассказываем об этой продукции другим людям. Также можно рассказывать о бизнесе, о том, что здесь есть такие возможности просто на рекомендациях зарабатывать. Это, мне кажется, самая крутая возможность построения бизнеса. Здесь не нужно закупать продукцию, не нужно искать поставщиков, не нужно открывать пункты выдачи и тратить деньги на закуп товара. Здесь не нужно заниматься логистикой, бухгалтерией, чем угодно. Здесь нужно просто приводить клиентов и партнеров в собственный интернет-магазин. Это готовый бизнес под ключ. Мы просто рекомендуем. То же самое, что если бы вы открыли свой интернет-магазин, вам бы пришлось, помимо того, что закупить продукцию, открыть пункты выдачи, сделать сайт, заводить бухгалтерию и так далее, то есть куча-куча всяких моментов, продвигать свой интернет-магазин, искать туда клиентов и партнеров. Здесь это все делает за нас компания. Наша задача только найти клиентов и партнеров, чем мы и занимаемся. В общем, мы регистрируем людей вот так, цепочкой вниз, друг за другом. Это могут быть либо клиенты, либо партнеры. Если человек пришел просто на продукт, он просто покупает. Если человек пришел на бизнес, говорит, допустим, вот этот человек, я хочу быть партнером. Соответственно, он начинает также рекомендовать другим людям и строить сюда структуру. Здесь в глубине может быть какой-то человек говорит, я тоже хочу быть партнером. Соответственно, под него тоже идет две ветки. Вот так ваша структура начинает разрастаться вниз и в ширину. И со временем вы получаете доход абсолютно со всех людей, кто находится ниже вас. Абсолютно. То есть тут нет никаких обрезаний по уровням. Это может быть тысячи уровней, и вы будете получать доход абсолютно со всех. Как я уже сказала, мы можем привлекать как обычных клиентов, так и партнеров, которые тоже хотели бы зарабатывать вместе с компанией Atome на продвижении этого бренда. В чем заключается доход? Доход заключается в том, чтобы вот эти все люди, которых вы регистрируете, рассказывать им о продукции компании, а соответственно, они начинают покупать в интернет-магазине автономно от вас. То есть вы зарегистрировали подругу свою, она зашла в личный кабинет, заказала продукт в любое время, когда ей удобно. У вас проходит товарооборот. Весь товарооборот в компании считается в так называемых PV, это такая внутренняя единица компании, в которой считается весь товарооборот. Почему PV? Потому что компания международная, 80 стран мира на сегодняшний день уже могут зарабатывать с этой компанией и пользоваться классным продуктом. Соответственно, чтобы не было никакой путаницы с валютой, есть внутренняя единица. За каждую покупку, вы видели в личном кабинете, начисляются баллы. Допустим, сегодня по вашей ветке, допустим, есть левая ветка, есть правая, по вашей правой ветке купили продукцию на 10 тысяч PV. Это считается товарооборот вашей правой ветки. Есть отдельное понятие товарооборот левой ветки. Допустим, здесь купили сегодня на 50 тысяч PV продукцию. Это товарооборот левой ветки. И есть понятие личный товарооборот. Это те покупки, которые вы совершаете с личного кабинета. Допустим, сегодня вы купили на 30 тысяч PV себе продукцию, которая вам нужна в личном использовании. Вот такие три понятия. Личный товарооборот, товарооборот левой ветки, товарооборот правой ветки. Товарооборот веток, он не суммируется, он считается отдельно. И задача здесь стараться держать баланс между левой и правой веткой, потому что всегда товарооборот, всегда бинарные шаги считаются по малой ветке. Поэтому
Важно держать баланс, если вы только начинаете, сначала регистрировать людей, постепенно, да, смотреть по количеству людей, где меньше, туда и регистрируем, а потом по товарообороту.